Доброе утро всем. 14. Ну, завтра будет, по прогнозу, завтра плюс 26. И завтра солнечная погода, завтра должно быть тепло. Так что еще не полностью осень к нам пришла. Еще на следующей неделе должно быть 27 градусов. По-моему, 28, но это не точно. В общем, должно быть еще теплышко. Бассейн уже позакрывали, водные площадки тоже, потому что, в принципе, сезон закончился уже как бы. Вот и лето прошло. Ну, в общем, вы поняли. А так, еще солнышко должно нас порадовать. Ну, в принципе, мы живем в самой солнечной провинции. Я же надеюсь, в этом году солнца будет больше, чем в прошлом. Поэтому новостей никаких. Я в последнее время Полинку ввожу к 10, потому что мы приходим поздновато с площадки, пока начухаемся, в общем, пока легли спать, только пока побегала, поорала, пока все ее дружно угрекали спать, пока она уснула, уже как бы много времени прошло. Я думаю, что, ну, как бы последняя неделя осталась, в школу уже придется быть без 5-9 в школе. Поэтому, думаю, пока как бы эту неделю походим так, а потом уже буду раньше будить. Смотрели вчера с Сережей слоты, которых нет, естественно, это про консульство, я говорю, которое здесь, в Канаде. И я ему показывала ДП-документ, сколько слотов в Польше есть. В общем, сегодня вторник. Буду пробовать ловить слот. И 3 сентября тоже буду пробовать ловить слот. Это будет вот два... Вон череп валяется. Кошмар на улице вязов. В общем, буду пробовать ловить. Сегодня слоты должны открыться в Торонто. Буду пытаться поймать. А 3 сентября... Вот они. В общем, вот две попытки у меня есть. А потом как бы все. Меня это так, честно сказать, так раздражает, насколько надо... Не, ну то, что... Украинский народ никому не нужен, я имею в виду правительство, и пытаются тебя, блин, максимально задавить. Автобус мой ехал замечательно. Это как бы я знала давно, но вот настолько... Хотя о чем я про Украину? Вообще можно не говорить, там такая дичь творится, что просто. В общем, я не хочу надеяться на наше консульство, потому что с той политикой, которая уже давно идет, которую они... там, скажем так, выносят на повестку дня для наших людей, я понимаю, что чего-то, какого-то чуда от них ждать не приходится. И оттягивать время на ловлю этого слота я не хочу. В общем, я бы такая бы летела в конце сентября в Польшу, делала паспорт, чтобы уже быть спокойной. Хотя бы с то, что я как бы себя успокаивала тем, что я все, что могла, я сделала. А там уже, когда там они его сделают, когда там он уже в Польшу приедет, там, когда он ко мне потом в Канаду приедет. Ну, в общем... Потому что консульство, конечно, ну, люди там пишут, что какими-то чудами, правдами, неправдами, кое-как там что-то где-то ловят, но это же, я же говорю, голодные игры просто, это гонка, ну, такая гонка, ну, и насколько все просто, в ДП-документе там пишут 108 мест на 17:30, на 17:00 там 126 мест слотов открытых, понимаете, это в один день. И таких слотов с 10 утра, или со скольки они там работают. Ну, то есть это какое-то вообще моральное издевательство. Слоты открываются, ну, они есть на каждый день. Вот я смотрела на август, сколько там, это было вчера, да, 26 числа, 27, 28, 29, 30, 31, 5 дней. 5 дней, все 5 дней были открыты слоты, были они. И, ну, естественно, на завтра, допустим, слотов там оставалось по 5 на каждое время, но на 31 число их там было... 100 с чем-то, ну, то есть их было очень много. А здесь раз ты, блин, раз в две недели, тебе выкидывают сколько? 10 слотов, 15 на Канаду. Чтоб ты как дурачок сидел, там что-то клацал, обновлялся и ловил слот. Фу, короче, моральное издевательство просто. Не хочу об этом говорить. В общем, я даю себе две попытки. Сегодняшний вторник, 3 сентября, и все. Не хочу больше.
Не знаю, конечно, что будет в сентябре с ДП-документом. Я надеюсь, ничего не изменится. Не просто так мне всплыло это приложение. Я так понимаю, что приложение у меня телепается с этого, с Польши. Я же ходила с Сережиным телефоном, потом мы поменялись обратно. Я все переустанавливала полностью систему, все данные. И это приложение у меня подтянулось, понимаете? Так, в смысле? Значит, мне просто ж так оно мне подтянулось. Это знак свыше. Боженька мне говорит, вот, да, потратишь деньги, но будешь спать спокойно. Я смотрела билеты в Торонто, я смотрела билеты в Оттаву. Конечно, было бы намного проще, да. Намного проще было бы поймать здесь, в Канаде. Но снова-таки, как это сделать, непонятно. В общем, короче, такая тема. Ну, ее закрыли, эту тему. Вторник. Мне осталось работать сегодня, среда и четверг. И Добби свободен. Вот. Я раньше приперлась. 9:52, почти 10 часов. В 10 часов у меня будет автобус. Я поеду уже на работу. Прохладно, может, к подружке зайду сейчас, я не знаю. В общем, потом вам расскажу, как я отработала, но я думаю, что все будет нормально, я поснимаю Полинку. Полька трошки подмерзла, говорит, мама, зима пришла. Я говорю, Поль, еще будет тепло. В общем, такие дела, такие новости. Увидимся с вами позже, берегите себя, пока. Всем привет, мои котики. Я отработала, сегодня снова у меня была та же самая зона. Все нормально. Я принимала заказы, когда что-то мне было непонятно, я переспрашивала. Ну, в общем, все хорошо. Не сильно устала, но, опять-таки, это только 3 часа. Уже я готовлюсь к 6-часовым сменам. Вот. В общем, нормально, все нормально. Сейчас поеду домой, а потом пойду за Полинкой. Попытаюсь сегодня поймать слот. Не знаю, получится или нет, но, в общем, попытка не пытка. Попытаюсь. Прохладно у нас сегодня было, в принципе. Сейчас чуть потеплело, но тоже не жарко. Надо мне решить вопрос с паспортом. И все. Нужно начинать отрабатывать 6 месяцев, пытаться сдавать английский, пытаться тоже подаваться на пиар. Ну, пробовать, что из этого получится. В общем, буду ждать автобуса. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся. Пока. И снова здравствуйте. Бегу за Полинкой. И не знаю, пойдем мы на площадку или нет. Как-то вообще не жарко, от слова, совсем на улице. Ладно, там Поля будет бегать, а мы все, в принципе, будем сидеть и холодно сидеть. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Я же создала вчера чат с моими девочками. И сейчас спрошу, если кто-то пойдет, то и мы тогда выйдем. В общем, итоге. Я ловила сегодня вот в 5 часов слот, в 5 по Виннипегу. Ловила слот для паспорта в Оттаву. Но слотов не было. Я там потом еще пошла, почитала чат, собственно, в котором я узнала, что есть бот, который, ну, там присылает сообщение, что там, допустим, доступны слоты и пытаетесь там поймать. В общем, сегодня слотов не было, хотя они должны быть. Были быть, должны были бы быть. Не было ни в Оттаве, ни в Торонто. В Торонто пишут, ребята, слотов нет еще с июля месяца. С какого числа, не знаю, но, в общем, с июля месяца нет слотов. Ни в Эдмонтоне, ни в Оттаве, ни в Торонто. Слотов сегодня не было. Все. То есть они должны были бы быть сегодня, хотя бы просто в Оттаве, без Торонто и в Эдмонтоне. Не было нигде. Остается 3 сентября. Я не знаю, это какое-то чудо чудесное, диво-дивное, чтобы поймать этот слот. Что надо сделать? В общем, не очень приятно. Вот такие дела. Сказать, что я расстроилась, ну, честно скажу, да, подрастроилась, но каких-то там особых иллюзий, что я поймаю слот, я не питала, но все равно как-то слегка чуть-чуть надеялась, а вдруг мне повезет. В общем, остается еще 3 сентября. И все.
Может быть, я не знаю, я просмотрела этот, этого бота, там история, когда он прислал уведомление о том, что выкидываются слоты и где. То есть слоты вотовы были не каждые 2 недели, то есть там было 9 августа, следующее уведомление было 20 августа, то есть 11 дней прошло. Может быть, я смогу, у меня получится, и каким-то чудом чудным выпадут слоты, допустим, завтра, послезавтра, и не в те дни, когда их ждали, я не знаю, буду пробовать. Ну, в общем, 3 числа попробую еще раз, и, наверное, на этом все. Не знаю. Честно скажу, не знаю. Наверное, больше пробовать не буду. Подумаю. Не знаю, стоит пробовать. О, крыса сидит. Спряталась. И не поснимаешь ее. Не знаю. В общем, еще подумаю, может быть, как-то в промежутках между этими вторниками мне что-то получится поймать, что, скорее всего, нет, а может быть, и да. В общем, я не знаю, буду пробовать. Ну, и, соответственно, тогда вам расскажу. Бегу за Полинкой, потом я чуть-чуть поснимаю, как у нее дела. Так что, увидимся. Привет. Привет. Солнышко вроде по чуть-чуть выходит. Если выйдет и будет теплышко, то пойдем на площадку, потому что холодно. Как у тебя прошел день? Хорошо? Что ты расскажешь? Что вы делали? Рисовали? Мультики смотрели? Планшет клацала? Нет? Поле, это последняя неделя лагеря, и школа начинается. Идем. Шо лазер? А, лагерь. Ну ничего, в следующем году еще будет, скорее всего. Чем ты занималась? Кроме рисовала и куклу свою показывала. А? Мультик. И все, это целый день? И все, больше ничего не делала? Ты не замерзла? Ела, да? Ты не замерзла? Новый бутерброд тебе понравился? Я купила вчера 125-граммовую упаковку, ну, типа колбасы, но она написано 3 ингредиента. Соль, вода и курица, индюшка. Но, понятное дело, что там что-то еще есть, но хотя бы не так, что ты берешь такую колбасу, там вся таблица Менделеева. В общем, сделала поле бутерброд, подмазала чуть-чуть хлебушка сметанкой, положила эту колбаску, сырочек, огурчик свежий. Тапок? Подсолила. Только что было-то, у тебя 2 тапка было. Идем. Подсолила, в общем, и тебе понравилось и в гриль? Вон сидит. Тортит. Да, понравилось тебе? Ага. Хорошо. Тапок. Будешь завтра тебе делать такое же? Только без огурца? Или с огурцом? С помидоркой? Или без помидорки? С помидоркой. Хорошо. А редиску добавить? Не? Хорошо. Забирай свой тапок. Потерян и не найден. Ну, этому повезло. Тут потерян, но найден. Ой, кажется, солнышко выходит. Да не, жарко еще нет, бы я дома подмерзла. Вот теплее становится. Что ты мне еще расскажешь? Вы играли какие-нибудь игры? Нет, ни во что не играли? Во что? Игра. Это что такое? Это такая игра, когда человек, который вот идет на землю и говорит «One, two, ten». А если он на полу, то да, он с открытыми глазами ходит. А когда он на площадке, он с закрытыми глазами. Чтобы лбом в стол врезаться, да? Ясно. На котиков. Идем смотреть. Только гладить не будем. Посмотрим, рукой помашем вдалека и пойдем, да? Да? Шо? И. Ага. Что ты бабушкам скажешь? Пока спокойной ночи, чтобы у вас там все было хорошо. Ага.
Да, в общем, мы идем сейчас домой, и я пока сидела, ждала слот, и, в общем, я там нашла пару видео по поводу серого аккаунта. У меня же почту, на физическую, так и не пришел код доступа, полного доступа до аккаунта. Но я вот, когда уходила за поле, так краем глаза увидела, что можно как-то пройти верификацию с помощью провинциальных документов, то есть там ID-карты, не знаю, в общем, сейчас хочу прийти домой посмотреть, почитать. И если у меня все получится, то у меня все получится. Это нужно для подачи на Child Benefits. Я просто хочу сделать себе уже кабинет полный, чтобы вообще как бы понимать, что, где, как. И на сайте я увидела, что срок рассмотрения 8 недель, то есть это 2 месяца. В общем, буду пробовать. Потом поделюсь с вами впечатлениями, информацией, получилось или нет. Пойдем на котиков посмотрим. Там возле того дома сидел котейка, но там сидели люди, мы постеснялись его звать, гладить. В общем, мы так уже там мелькаем каждый день. А рыжий, наверное, жопку греет в доме, бы холодно ему. Все, Полечка, сегодня без котеек. Воздушный поцелуй. Пока-пока, увидимся, да? Берегите себя, увидимся. Пока-пока. Я это сделала. Мы только что так за автобусом бежали. Поля, говорю, Поля, посмотри, во сколько там автобус. На через 3 минуты. Я говорю, быстро, одевай носки, бегом обуваемся, кофту хватаем, бежим от самых дверей. И он уже практически подъезжает к нашей остановке, но благо, что мы пошли на ближнюю остановку. И, ну, буквально мы там полминуты бежали, он нас подождал, мы сели. В общем, серый аккаунт. Джеки Качаны. Серый аккаунт. Я зарегистрировалась там, чтобы посмотреть там пенсионный план, подать заявку на Child Benefits, но у меня был аккаунт с неполным доступом. Это после налоговой декларации вы можете, после подачи налоговой декларации, вы можете создать в CRA свой аккаунт, это налоговая, и изначально дается неполный доступ. Потом на почту физическую должен прийти код, и таким образом вы проходите верификацию. Мне ничего не пришло. И вот я захожу, а там написано, что они придумали новый способ верификации без этих кодов, без ничего. То есть вам нужно просто либо канадский паспорт, которого у нас, естественно, нет, либо водительское удостоверение Манитобы, либо ID-карта Манитобы, такая зелененькая, как водительское удостоверение, только ID-карта. И что? Качаете вот такое приложение. Проходите там верификацию. Давай, рыбка моя, скачи. Проходите там верификацию, все там несложно, по инструкции действуйте, все нормально. И после этого вам нужно зайти в серый аккаунт, чтобы увидеть, что он у вас не полный доступ имеет. И там в самом верху будет окно о том, что можно пройти вот этим вот новым путем. Нажимаете на ссылку, переходите, там отвечаете на пару вопросов. Дальше все происходит в телефоне, в этом приложении. Проходите все там по инструкции. Фотографируйте одну часть удостоверения, переворачивайте другую часть удостоверения, потом делайте селфи свое. На компьютере отображается, что все документы подгружены, им этого достаточно. Вас перебрасывают обратно в серый аккаунт. Дальше оно там буквально пару секунд маслает и пишет: «Успех, мы вас поздравляем, вы прошли верификацию, у вас теперь есть полный доступ в аккаунт». Вот так. Инструкция, конечно, для тех, кто, в принципе, знает, что такое серый аккаунт, там зарегистрировался, вообще, кто умеет пользоваться, потому что, честно, я уже даже не помню, как я там регистрировалась. Кажись, с помощью CIBC банка, мобильного приложения, приходила верификацию, когда регистрировала там аккаунт. Честно, не помню. У меня там есть и логин, и пароль, но дело в том, что там нужно ввести из налоговой декларации, из последней, некоторые поля. И мне оно выдает как бы ошибку. Поэтому я регистрировалась с помощью CIBC банка. Соответственно, там подтягиваются сразу все твои документы, нужные им. Единственная тут проблема, то что не могла пройти полную до конца верификацию без этого кода. Ну, кода, естественно, у меня уже, наверное, не знаю, сколько месяцев нету, потому что я там регистрировалась, наверное, в феврале месяце. Ну вот сейчас, только что, перед автобусом, я прошла верификацию полностью с помощью этого приложения. Все. Если будут вопросы, спрашивать, я очень рада, счастлива. Ничего не читала, потому что бегом бросила, побежали мы на автобус. Наконец-то наш вышло солнышко. Теплышко, остатки, хотя бы там часик погреться на солнышке. В общем, люблю, целую, обнимаю, на этом точно все. Берегите себя, увидимся, пока-пока.